томата тунгус, сорт, который предназначен для выращивания в теплицах и подходит для посева в открытом грунте. Период от массовых всходов до начала созревания составляет от 100 до 102 дней. Растение среднерослое. В теплицах высота может достигать 1,5–1,8 метров. В каждой кисти завязывается от 5 до 6 плодов. Помидорки плоскокруглой формы, слаборебристые, гладкие, блестящие, красного цвета. Плоды первой кисти могут быть сильно ребристые и набирать массу до 1 кг. Вес урожая последующих кистей меньше, от 400 до 450 грамм. Мякоть сахаристая, мелкосеменная. Плоды используются для приготовления салатов. Томат танксета травянистый высотой от 150 до 180 см с типом роста, индетерминантные. Томат танкс имеет ранний срок созревания. Плоды имеют массу от 500 до 600 грамм. Форма у плода плод плоско-округлой формы, слаборебристый, гладкий, блестящий. Цвет плода красного цвета. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.